Всем привет! С вами снова Андрей, компания «Новая Эра». Мы начинаем очередной ремонт. Это у нас улица Ползунова, район Гомзова кольца. Рядом большая новостройка, такая буквой «Г» сделана. Значит, вот у нас входная дверь в нашу квартиру. Тут же у нас получается вот такой вот здесь большой туалет. Далее мы видим вот такую вот прихожую и с нее входы. Здесь у нас вход на кухню. Вот у нас кухня с поквартирным котлом квартира. Вот здесь стоял балконный блок. Вот он стоит. Мы его демонтировали. И наша задача вот эту вот лоджию, данную лоджию, сделать жилой, теплой. То есть здесь у нас будет продолжение кухни. Установлена теплая рама, подготовленная именно под утепление с расширителями. В данной зоне будет стоять перегородка, разделяющая эту лоджию на две половины. Там будет кабинет клиента, вход с комнаты со спальни. Здесь будет глухая перегородка. И, соответственно, эта часть будет продолжением кухни. Идем дальше. Буду краток, чтобы сильно не отвлекать ваше внимание. Смотреть особо пока нечего. А здесь, значит, тоже мы демонтировали блок. Начали выравнивать, протягивать штукатурной смесью стены. Развели электропроводку. Ну, то есть она здесь была, мы ее модернизировали. Ввели, значит, айтишные провода, телевидение, как обычно. Уже шаблонно все. Первый заход — это разводка электропроводки под новые реалии. Также вывели электропроводку сюда. Вот здесь будет в проеме, будет столешница. И также вот в этой зоне, где будет стоять компьютер, тоже будет IT-провода 220. Двигаемся дальше. Это спальня, еще раз повторюсь. Вот у нас спальня. Сюда мы видим обзор коридора, входная дверь, вход на кухню, туалет. Здесь очень интересно в этой квартире. Здесь будет два санузла. Это ванная комната. К сожалению, нет еще света пока в ней. Вот, то есть унитаз будет и здесь, унитаз будет там. Здесь будет совмещенный санузел, там будет санузел раздельный. И вот такая вот еще большая комната здесь. Обратите внимание, что потолки 2,70, высокие. Интересная квартира, она необычная, угловая. То есть не то чтобы угловая, она получается, это угол дома. То есть часть с двух половин дома. Поэтому такое, ну, не совсем обычно привычное расположение. Интересно. Вот. Наша задача здесь сделать ремонт под ключ. Выровнять стены, уложить декоративные половые покрытия, отремонтировать стены, санузлы под ключ. Смонтировать потолки, и как всегда наша компания будет эту выполнять задачу полностью сама, самостоятельно. Вот, следите за дальнейшими обзорами. Это у нас Ползунова, район кольца Гомзова, угловая новостройка. Одна она стоит на этом вот плохом участке дорог, ее сразу видно здесь. Вот. На этом всего хорошего, до свидания, наблюдайте за нами.